они нас, как лидера, это не конкуренты. И вас, как сильных лидеров, пощипывают, покусывают. Нет. Да? Потому что им надо откуда-то брать лидеров и почти воровать. Да? Мы все знаем, все как происходит. Тем не менее, друзья, давайте реалистично смотреть вещи. Нам 50 лет. Окей? Сколько лет конкурентам, пусть они сами посчитают. Я веду это все к тому, что не бойтесь, за наши 50 лет извините, у нас было очень много всяких разных, которые нас пощипывали и покусывали. Где они, а где мы? Да? Мы совершенно недавно, на 50-летний юбилей, на двух круизных лайнерах бороздили просторы Средиземного моря. Так что не переживайте, мы вам обязательно всю эту информацию донесем. Договорились? Договорились. Следующий момент – это наша конференция. Наша золотая конференция в Мадриде. Кто на ней будет, поднимите руки, пожалуйста. Предыдущий, про конкурентов? Большинство из здесь присутствующих очень правильно настроены. Уже половина квалификации прошла. Я думаю, что вы аккуратненько отслеживаете эти квалификации. Поэтому, пожалуйста, сверяйте свои планы. Чем прошло? Следующий конференция. Кто в Хорватию собрался? Совсем хорошо. Интересное место для поездки, да. Как вы скажете. Да? Да. Хорватия замечательная страна, прекрасная. Такого моря, как в Хорватии, вы, наверное, нигде больше не увидите. Оно совершенно прозрачное. Прекрасная еда, солнце, море и так далее. Всем рекомендую туда поехать. Да, об этом и хочу обратить ваше внимание на вот этот слайд, что квалификация заканчивается в первом каталоге. Совершенно четко можем уже вам сейчас сказать, что продления никакого не будет. Пожалуйста, не надейтесь на продление, а до конца прорабатывайте свою квалификацию, друзья. Сейчас очень важно хорошо, сильно отработать квалификацию на Хорватии. Потому что те, кто квалифицируется, получат интересное предложение от компании во втором каталоге. Я вам сейчас не скажу, какое это предложение, но мы придумали такую тему, что год следующий, этот и часть следующая, будет разделен на два периода. Первый период с 11-го, ну, первый каталог, это квалификация на конференцию менеджеров, а потом, где-то ближе к концу первого, начала второго каталога, мы вам объявим очень интересную штучку, которая, я надеюсь, вас заинтересует не меньше, чем менеджерская конференция. Оставлю интригу вот в таком виде, но просто вам рекомендую. Сделайте Хорватию хорошо. Тогда именно только для тех, кто сделал Хорватию, со 2 по 10 каталог будут очень интересные фишки. Да, Копани? Да. Вот Копани, он знает, о чем говорит. Вас ждет специальная программа для роста больных. Хорошо? Да. Хорошо. Хочу напомнить еще, конечно же, о очень интересных юбилейных рекрутинговых программах. В России это рекрут-бонус и рекрут-фонд, и плюс еще юбилейная программа для директорской команды. В каждой из ваших стран есть свои интересные программы. Вы о них в курсе уже или нет? Они да. Вы запущены на золотой да. конференции, вы уже все прочитали, уже да. совсем разобрались, да? Очень хорошо, будете пользоваться этим кейсом. А я сейчас хотел бы попросить свою коллегу, чтобы мне принесли подарочек, который у вас все друзья ожидают. Я тоже себе заказала. Я хочу немножко рассказать о содержимом этого дела. Ой, нам калаши. Замечательный подарок. Вы подумали, что, зная, что вы, дорогие менеджеры, не спите практически на конференции. На следующий день будет такое впечатление, что вы спали. Завтра проверим. Дальше. У вас есть, конечно же, наша книга красоты.
есть вот такие прикольные очень стикеры, которые можно лепить куда-то идти. Есть вот эта очень важная вещь, я сам определенно ее использую, это мой коллаж мечты. Я так понял, мне большое надо сделать. Да, есть всякие вещи, вы знаете, такой коллаж мечты, не буду рассказывать, но сейчас у вас будет такой настоящий забрендованный резлейн из коллажа мечты. Да, да, вообще класс. И наконец, я не вижу, вот она. Вот такая вот штучка. Видите, это что? Это такой браслет и флешка. Это просто браслет. Флешка, да? Вот он. И на этой флешечке там на Enter'е так подарили. Будут модули Академии Reflame. Ваши номера, да? Все, о чем мы поговорили, я надеюсь, вы прилежно записали в своих конспектах, да? За то, что вы прилежно записали, вам ваши вот такие бесценные. Спасибо! Спасибо, мои друзья!